Инвалидное кресло, трость, маска – такие атрибуты вручили волонтерам Читинского техникума. Перед студентами две задачи – добраться до магазина и приобрести лекарства в аптеке. Расстояние минимальное, здоровый человек преодолеет такой путь за 5-7 минут. У испытателей ушло на него больше 30. С напарником попроще, вот когда ты один, я там пытался как бы заехать на лестнице, но у меня не получалось, это очень тяжело. И в данный момент, когда вот в аптеке хотел купить лекарства, мне пришлось долго ждать. Фармацевтиков. Долго ждать. Вот. Ну и это тоже очень тяжело. У ребят задача была проще, действовали вместе с помощниками. А ведь в повседневной жизни мы очень часто встречаем людей с УВЗ, которые перемещаются в одиночестве. Он очень много ест. Очень тяжело, потому что не очень оборудован город. Мало пандусов. Вот, то есть, допустим, вот в этом месте будет трудно проходить. Также на лестницах. Ну, очень неудобно и трудно передвигаться, даже вот в роли напарника. Наставники рассказали ребятам, можно спрашивать дорогу у прохожих, но, как оказалось, многие читинцы равнодушны к чужой беде, не торопятся оказать помощь. Прохожие равнодушно относятся к таким людям, ну, стараются их как-то обходить мимо, не замечать. И по большему счету их игнорируют просто. Подобные мероприятия проводятся в рамках программы «Уроки понимания» на территории Забайкалья. Она существует уже более 10 лет. Мы знакомим здоровых детей с теми трудностями, с которыми может столкнуться человек с ограниченными возможностями здоровья. И еще это делается с той целью, чтобы дети, студенты, молодежь заботились о своем собственном здоровье, чтобы в будущем их здоровье не ухудшилось. Юлия Сидельникова, Ирина Петрова, ЗапТВ.